кидай в него! В смысле, стреляй! Ну давай уже, взрывайся. Сколько можно иронично кричать? Какая долгая бомба! Это вибролошадь динамичиков, чтобы я испугался. Он думает, я испугаюсь. Ну, конечно, секретно немножечко, но да, не настолько, не настолько. Красота! 2 хп представляет. Салом всем, друзья, с вами 2HP, и мы сегодня играем в Total Accurate Battle Simulator, новая кампания. Мы уже с вами посмотрели обновление, я уже снял видос, да, уже нашел всех секретных юнитов, все уже рассказал, что там да как и почем, и вообще, и нормально посмотрели, хорошо, молодцы, спасибо. А теперь мы будем проходить, собственно говоря, кампанию, потому что новая кампания есть, как мы все прошли, и уже кампании только... Микрофон, не улетай. Вот, уже какие там кастомные кампании просто прошерчиваем. А тут бац, и официально новая кампания Wild West. Давайте смотреть. Так, здесь очень много. Здесь аж 4 страницы. Ну, у тебя 4, на 4 странице 3. Но вообще, карт очень много. Я не припомню, чтобы какая-то кампания хвасталась таким большим количеством уровней. Хотя, может, и какая-то хвасталась. Хотя, как она может хвастаться, если это игра? Короче, погнали. Первая карта называется Mining with Dynamite. Типа майнеры и динамитчики. Ну ладно, в принципе майнеры, в принципе динамитчики. И мне не до... мне нужно справляться с старыми войсками. Они же так и делали в компаниях, ну точно. Ну хорошо, я не знаю, что они могут. Но я могу на 1900 поставить просто кучу балун-арчеров. И как бы шли бы они нахер все. А точнее, летели бы. Это кто стрельнул? А, это кинул динамит. Динамитчик кинул динамит. Давай, улетаем, улетаем, улетаем. Нормально, нормально, улетаем. Кидай в него! В смысле, стреляй! Ну давай уже, взрывайся. Давай. Сколько можно иронично кричать? Какая долгая бомба! О, наконец-таки! Слушай, так она не достала. Я говорю, у этого динамита он какой-то немощный. У него радиус ощущение какущий. Он какой-то бесполезный. Ну, в принципе, норм. В принципе, я справился. Только это получается немножко долго. А так, в принципе, можно использовать какие-нибудь эти преимущества. Да, да. Синяя команда выиграла 2 хп, победил. Молодец. Можно использовать какие-то преимущества вот на самой карте. Давайте я попробую. Правда, балкон... На его... Нет, балкон на моей стороне тоже есть. Смотри, ну-ка дай-ка я попробую поставить. Мне, кстати, писали, что какого-то хрена, не знаю какого. Вот, мне сказали, что у катапульты есть глаза. Да, есть глаза. Ну-ка, стой, это плохая катапульта заспавнилась. Дай мне другую. Дай другую катапульту. Да не надо. Ну-ка, давай много катапульт. Действительно! Об этом ни в каком обновлении сказано не было. Не знаю, зачем катапульте сделали глаза. А, кстати, их самих чуваков тоже немножко подлатали. Вы смотрите, им дали, по-моему, шапки были. Шапки, ну их как-то одели. Я вижу какие-то изменения. Вот флажка точно не было. Глаз тоже точно не было. Это как-то странно. Давай тогда катапультами с глазами. Кто у нас, кстати, между... Ага, мне, кстати, писали, что кактусики, кактусчики, они хорошие танки. Что они, типа, хорошо держат удар, и майнеры... Ну, майнеры, они просто сильно бьют. Хорошо. Давай так, я поставлю тогда хафлингов сейчас на всех. Просто посмотрю, как кактусчики будут убивать моих хафлингов. Ну, я просто люблю посмотреть, как убивают моих хафлингов. Ну, вот такой у меня фетиш. Вот такой вот уж я уродился. Давай. Дичь какая! У него такая хорошая атака. Вот он, у него прям атака под эти, как его, под толпы. Вот на него толпы нападают. Знаете, как в боевиках бывает, когда там на супергероя или там просто на обычного главного героя нападает куча врагов, и его там уже не видно. И он потом в последний момент так бак, и всех, короче, раскидал. Вот такой вот он крутой. Вот здесь примерно то же самое. Ну, короче, хафлинги не справились, несмотря на то, что это супер... Чё-то у меня с графикой здесь не то. Сейчас, секунду. Вот, граф Снянский немножко поправил, потому что что-то я там делал, и не нравилось мне изображение. Сейчас вроде нормально. Короче, кактусчики. Короче, вообще без шансов. Хафлинг, а ты что делаешь? Ты чё к нему привязался? Окей, окей. Кактусчик, это прям соперник. Хорошо, тогда давайте стратегии, тогда давайте тактикой брать.
мозгами. Подумаем хотя бы немного. Значит, поставлю Potion Cellar'а, потому что он будет кидать или в кактусика, либо в майнера, и немножко их дезориентировать будет, да. И... Три змейки пустим, why not? Все остальные пойдут против Сарис. Сарисы крутые, Сарис тоже хорошие, Сарисы молодцы. Когда они вместе, их очень много, они прям дают о себе знать. Давай смотреть. Тем более у меня тут Сариса переросток, но, правда, немножко умственно отсталый с ЦП-шечкой. Но ничего страшного, ничего страшного. И не таких, собственно говоря, вытаскивали. Сарисы вообще не справились. Их то ли кактусчики, то ли майнеры прям размотали вообще во счета. Ха-ха, смотри, стой, подожди. Пауза. Пауза, смотри, змея в кактусах, смотри, змея. Мертвая змея в голках. Кто-то еще в иголках? Они так прикольно цепляют иголки на врагов. Ну, это понятно, это слив. Я даже своих не вижу. Я вижу только кактусы и майнеры. Жалко, очень жалко, что мне не дали новых. Я как бы хотел новых посмотреть, но да ладно. Нет так нет. Зевс. Нет. Свордкастер. Могу поставить 3 свордкастера, why not? Давайте посмотрим, что я могу. Свордкастеры. И... Ну давай на отвлекуху. Может, они фиром их испугают. Чем свордкастер не шутит. Так, ну. Ну хорошо. Ну отлично. Вот здесь немножко проседаем. Подождите, проседаем. В других нормально. Блин, кактусчик просто бронированный какой-то. На нем вот этот натянутый... Я бы не сказал, что это похоже на кактус. Это похоже немножко на что-то другое. Но и так как у меня контент не 18+, поэтому я говорить об этом не буду. Но на кактус это тоже похоже. Да. Ну, короче... Ну, вот одного не трогают. Один спокойно... Короче, если сейчас не получится, я просто возьму и поставлю за свордкастером черлидеров. И никто мне не помешает это сделать. Секундомер надо включить. Нет. Нет, просрали. Интересно. А кто у нас вот как кактусчик такой прям вот классный? Такой прям вот мамонт. Нате мамонта. И нате айс-арчеров. Стратегия просто огонь. Наверное, кстати, на кактусов они и не будут действовать. Что-то мне подсказывает. Что-то мне такое на ушко шепчет. Ты лох. Не работает. Он прицепился к жопе мамонта. Хэштег жопа мамонта! Нет, они убили. Они его убили. Но он, кстати, тоже сколько завалил-то. Ой, хорошо. Давай. Все кактусчики, кстати, мертвы. Я даже не понял, когда они умерли, потому что они были все одновременно живы. И тут бац, и все, короче, сдохли. Хорошо. Так, или 20 минут, хорошо. Да, нормально. Ну, вроде справляемся, вроде нормально. Ой, как уже не терпится. Да, мы затащили. Как не терпится поиграть за новых... О, мне дали, наконец-то, мне дали кактусчиков на мою сторону и дали... это кто? Ну, типа шериф, буду наживать его вот так. Шериф и еще 4500. А почему? А почему так нечестно? Я еще ничего не понял. А, знаешь почему? Потому что вот эти... Не, или нет. Или да. Ну-ка дай. А что? Или это тоже не мои? Да, это артиллеристчики. О, тогда понятно почему. Дай мне так много денег, так это еще и не мои. Это что ж синие? А условие тут битвы вообще какое? Дичь. А что мне делать-то? Что еще не понял? Ну вот, это же моя территория. Какого хрена они стоят сзади? Я, конечно, понимаю, что разработчик молодец. Что разработчик может вообще все, что он... Царь и бог в своей игре. Ну ладно. Мне даже ставить... Я хотел поставить кого-нибудь на балкончик. И, типа, показать им фачил. Но нет. Не получится, потому что против меня стоит артистичник. Давай я попробую, конечно. Давай я поставлю сюда гарпунеров. Просто вот эти хрены, они стреляют наверх. И независимо от... Ну, они тоже... нет, это чушь. Это чушь какая-то. Конечно, чушь, это же я придумал. 4500. Надо просто понять, кто
справляется хорошо против кактусика. А могу я вот сюда поставить? Нет, пушку. Три пушки. И вот так вот флинтлоки. Бомб-сроуэр тоже будет стоять. Да, да, разворачиваемся, разворачиваемся. Я у вас с тыла захожу. А вы думали такие ухитрые, да? Со спины ко мне заходить. Блин, ну конечно. Это вот знаете, кто их убил? Это вот они их убили. Вот они. Вот они. Вот он раз, вот он два. И вот он три. Чё, кстати, не происходит? Что им, по-моему, плохо. Не, нормально, нормально. Но, по крайней мере, пушки остались. Но я не удивлен, конечно, что пушки убивают. Как тут пушки вообще много кого убивают? Наверное, лучше было поставить баллист. Но, в принципе, если сейчас все пойдет нормально. У них перезарядка долгая. Хорошо. Опять подлючная тактика. Опять мне какая-то в жопу, сзади, с тылу, слева, справа ставят. Ай, как же это? Так, где... Что с вами не так? Я просто летаю, а юниты начинают дергаться. Я не знаю, вы видите это, нет? Хорошо. Хорошо. Давайте... Давайте посмотрим... Нет. Нет. Мне кажется, вот здесь стоит ставить... Потому что там как бы эти, как он... Динамитчика-метатели. И если я кого-нибудь поставлю ближнебойного, то это все. Я вот поставлю вот так вот. Огненных лучников, да? Мы просто посмотрим... А, так здесь еще и здесь! Я что-то совсем не видел. Вот, я поставлю, как горят кактусы. Посмотрю. Посмотрю, как горят кактусы. Мне просто интересно, ты видел, как горят кактусы? Ты же не видел. Третий видос записываю, уже язык заплетается. Сорян. Окей. Мне надо кого-нибудь ставить, который не взрывается. Бессмертного какого-то. Хорошо. Нет, плохо. Сначала показалось, что идея хорошая, потом я понял, что идея говно. И на танк не хватает. И на мушкетчиков, пейнтеров, фенсеров. Смогут что-нибудь фенсеры сделать против них? Они же вроде уворачиваются, или пейнтер уворачивается, фенсер нет. Да нет, они взорвутся сейчас все. Серьезно. Несмотря на то, что радиус взрыва динамита маленький. Ой, ты смотри. О, да ладно, фенсеры, вы чего? Вы такие крутые, а я даже не знал. Что это было? Кто это крикнул мне в ухо? Ты слышал? Так, бэнк-роберы вижу. Хотя бы с лица идут уже неплохо. Тут заколебали уже идти. С неожиданных сторон. Так, бэнк-роберы. Это, кстати, бабы! А-а-а! Еще, короче, прибыло в полку баб. Я помню, как на стриме просто играл в компанию, где, типа, играл против баб. И там вот всех юнитов поставили, кто бабы. Там вот те, кто прыгает вот так вот головами. Те, кто... Я всех не вспомню. Ну, короче, все, у кого есть косички, там пиратская королева, да? А те бабы, в принципе, логично. Ну, здесь мне подсказывает моя интуишн, что можно поставить либо баллистшин, либо сочетание баллистшин и... этих, как он? Мушкетишин. Баллисты 1800 надо оставить, да? Ну, давай. Убери, убери. Убери, убери. Во. Все, на остальных доставляю тогда мушкетеров. Красота! Раз, два, три, четыре. Это вам на откликуху. На кликуху, на погонялово, на погремуху. А все вот это вот дело. Так, хорош. Хорош. Ну, кинули они свой сейф. Ну и что? Ну, взрывается он, да. Ну, денежки вылетает. Больше ничего не происходит. Сами себя, кстати, взрывают. У-у-у, какая бесполезная компания, хочу я вам сказать. Такому опытному игроку, как я, который уже все эти компании прошел, который уже какие только челленджи не прошел. Кстати, компания челлендж тоже была. Да стреляй ты в этого кактуса, алло! Не, кактус явно бронированный. Его даже мушкетер обычно не убивает. Давай, давай я в него просто стрельну, давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Он не умер! В него баллиста зарядила два раза. Два раза, потому что до этого у него уже торчал.
заряд, и он... Это что, дичь какая-то вообще? А кактус претендует на моего самого любимого героя. Хочу тебе сказать. Так, это мы сколько прошли уровней? Ну-ка, дай-ка мне. Дай-ка мне посмотрю. Ага, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нормально. Catching catchy. Здесь, кстати, да, здесь, кстати, название уровней, я их не зачитываю, но и... Пришли они в жопу, зачитывать их еще. Названия какие-то странные, ни о чем не говорят особо. Так, я и так вам название сейчас скажу. Смотри, тут, короче, кактусчики, это майнеры. Это вибролошадь с вибро-наездником. Воу-в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 оу
Он думает, я испугаюсь. Ну, конечно, секрет на немножечко, но да, не настолько, не настолько. А это сколько? Это 3-4. Могу поставить трех королей? Вот так просто, трех королей вам. В харю. А вам бардов. А вы пока отвлекаетесь на бардов, да, а вам трех королей. И как бы все. Короли все. Я правильно понимаю, что король кактусчик убьет один на один. Барды хорошо отвлекают динамичиков, прям очень все шикарно происходит. Короли живы. Короли живы все. Идут по коням просто, идут по коням пешком. По трупам коней. И все, остались три динамитчика, и как бы мы выигрываем, и все нормально. Давай! У меня уже... Они, кстати, зеленые. Мне кажется, ли они зеленые? Потому что, типа, в них попал кактусчик. Кактусчик, наверное, отравляет. Надо будет как-нибудь это проверить. Типа, вдруг он накладывает какой-то дебаф, да, и, ну, типа, отравляет персонажа, и с каким-то периодом времени он умрет просто какой-то периодический дамаг. Возможно, почему бы и нет. А вот такие вот дела. А на сегодня все, закончим, не будем много компании брать, будем много длинные видео делать, потому что коротенькие смотреть интересней, и получится их больше, да. Вот такая вот компания, пока легкая, пока не сложная, пока меня только, на самом деле, как-то... Вот эти вот, и мы еще не всех просмотрели, да, против нас еще Гатлинга, вот эту пушку не ставили, против нас еще вот эта баба, кстати, тоже. Тоже тёлка, не стреляла. Вот, но кактусчик, это прям фаворит. Как только мне дадут за них играть, я тут же буду ставить только одних кактусчиков. Думаю, что тебе они тоже нравятся, потому что они, ну, крутые. Они, смотри, такие харизматичные, игольчатые сволочи. А на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. И до встречи в следующих видео. Счастливо!